Вот приехали вчера в 6 часов вечера, 12 часов были. В пути 1000 километров. Вот отель в горах такой. Ну и все, конечно, красиво. Деньги, деньги давай, как святое. Деньги давай. Ну и пойдем. Номер сразу покажу. Такой ключик выдали. Там на ресепшн. Сюда поднимаемся. Номер. Окошко. Такой видок, конечно, красивый. Все, это тот же один ключик. Фишка такая. Открыл. Потопали коридорчиком. Балкон для курильщиков. Коля пригодился. Коля не курит, зато вышел, поснимал себя. Вот такую красоту. Говорит, как красиво, папа. Это же водопад, я так понимаю, там застыл. Смотри, смотри, что делается. Смотри, какая красота. Какая красота. И вершина такая. Так, поехали в номер. Привет, привет. Оп. 106. Ключиком просто открывается. Просто ключом. Все, один оборот. Закрыли. Туалет. Душ. Как бы вешалка, шкафы, ничего так, особенно зеркало. Коля говорит, не буду с тобой спать, папа. Тут такой приличный диван оказался, длинный, подушки сняли большой. Вот я вот здесь спал. Позатыкали дыры все. Батарея-то хорошая, горячая, но из окон, конечно, сквозняк такой. Вот наша машинка там. Выпили я бутылочку пива, Коля бутылочку колы из этого вот холодильничка. Ну, вот так. Все, до новых встреч.